Вы здесь? Мы приветствуем Аргу, посылаем этому месту нашу искреннюю энергию любви и благодарности. Мы в беседке, Вера? Да. Отлично. И давай заправимся энергиями, этими чистыми энергиями Аргу. Энергии дают, здесь даже как музыка идет. От них приятно. Я слышал эту музыку. Вибрации создают эту музыку. Готово. И давай полетаем немножко в Аргу. Полетели. Здесь место пропитано этими энергиями. Никого нет? Мы сами? Где никого нет. Здесь есть много кого. В разных беседках есть осетители, так сказать, с крыльями, да? Черными, белыми. Все заправляются и отдыхают. Для них это своеобразное место силы. И сила в том, что они здесь находят ответы на любые вопросы. Ближе уже никуда. Мы опять спустились к храму, к лестницам. Здесь сидит ангел, его зовут Элая. Элая? Мы приветствуем Элая. Я вас приветствую. Меня зовут Влад, это Вера. Мы с Земли. Интересные имена. Да, мы прилетели сюда после сеанса чистки биополя людей, подзаправиться энергиями и заправиться этими замечательными чистыми энергиями Аргу в нашей беседке. О, каким интересным делом вы заняты. Надеюсь, мы его делаем правильно, но это не нам судить. А вы, Илая, вы отдыхаете здесь? А я наслаждаюсь энергиями этого места. Я жил на Земле. Давно? Давно. И нет желания? Я думаю, это давно, а может быть вчера. Да, у вас же времени нет. И как давно это было? В какую эпоху вы жили хотя бы? Времена Римской империи. Римская империя. Ну да, кровожадные времена. Мы встречали одного ангела здесь в Аргу. Он тоже жил в те времена. И он не горит желанием возвращаться назад почему-то на землю. Времена поменялись. И я лишь хочу добавить, что такие души, как вы, были и раньше. Просто они работали другими методами. Интересно, а как работали раньше такие люди, как мы, которые занимались? У нас просто самые последние технологии на этот промежуток времени, и нам это было ты дано... Ты так думаешь? Промежуток времени — это относительная... Единица. Именно так. То есть знания всегда были, да? Ты думаешь, что человечество прогрессирует? Нет. Судя по тому, как мы живем сейчас, все идет в очень неправильную сторону. Интерференты очень сильно воздействуют. Дело не в этом. Дело в энергиях. Энергии были открыты и даны. А потом их зажали, поделили, распределили, урезали. Мы говорим о сущностях, о тех, кто в Матрице находится? Или как мне это понять? Они пришли в Матрицу. Мысли шире. Темные цивилизации, я с ними каждый день встречаюсь в работе, поэтому я могу себе представить. Я знаю их цели и задачи. Подчинить человечество, их цивилизации, сделать из нас бездушных роботов и так далее под свои цели, поставщиков. Это часть. Плана. Понятно. Вторая часть нам, наверное, пока еще неизвестна, но мы боремся активно. Почему вторая? Много частей, я бы сказал, составляющих. А еще какую-нибудь назовете для ориентации, чтобы мы могли понять? Я вам скажу не часть их плана, а я вам скажу, что вы должны делать со своей стороны. Пожалуйста. Человеки должны оставаться человеками. Вы сильнее, потому что душу понять им трудно. Именно поэтому они делают постоянные эксперименты и откачивают энергии. Будьте сильными, уверенными, справедливыми. Оставайтесь человеками. Только так можно победить зло. Если позволите добавить, живите по совести и в согласии с душой. Я не знаю, вообще когда-нибудь были времена, когда войн не было, но сейчас идут везде войны. Это очень влияет. Войны на... создаются. Именно искусство. Об этом я и говорю. Каждый делает свой выбор. Да. Нам об этом говорил мой учитель, Архангел Ханиил. А и... самое главное – выбор. Человека всегда за ним. Выбор. Не в том, участвовать ли в войне и чью сторону принять. Выбор в агрессии. Принимать как участие. Ты настроен? Как к врагу, как к человеку, как к ребенку? Или ты просто видишь перед собой иллюзию пропаганды и ненавидишь?
Именно этого не хватает на Земле. Каждый должен начать с себя и подумать, откуда у него ненависть к соседу. 3 года назад мой учитель сказал, что учитель Архангел Ханиил, что каждая душа будет стоять перед выбором и сделает этот выбор. И это было каждая душа – это право выбора души. Каждый день вы делаете какой-то выбор, который влияет на все наше дальнейшее будущее, наше развитие нашей души. Это очень печально, честно говоря, уважаемая Лая, что человечество до такой степени... Человечество выстоит. Благодарю вас за эту информацию, уважаемая Лая. В каком виде оно останется, это другой вопрос. Ну что ж, мы живем в реальном времени, поэтому это для нас, скажем так, будущее, но мы готовы. Начинайте мыслить правильно и объяснять своим детям правильную информацию и правильные составляющие. Верните совесть, силу, силу души. Объясняйте детям логику, развивайте и расширяйте их сознание. Дети – это следующее поколение. Ваше поколение растет на войнах и ненависти. В том-то и дело, что и дети то же самое сейчас воспитываются в условиях, в некоторых странах, в условиях ненависти, нетерпения к другим. И это укореняется в их системе. Это идет действительно планомерное уничтожение всего здравого смысла. Им будет нелегко, конечно, в дальнейшем, в нашем обществе, с такими энергиями и мыслями. Вы знаете, вы правы, Илая. Дело в том, что я тоже недавно думал, у нас в школе обучают чему угодно, только не обучают, как быть хорошей душой и жить по совести. Это, по-моему, самый главный предмет, который душа поэтому должна... Поэтому вы так зависите от цифр. Оценка в школе важна. А да. Судьи кто? А судьи кто, действительно, а судьи кто? Так и есть. Поэтому расширяйте сознание ребенка. Не запугивайте его цифрами. Вы даете шанс человечеству? Я? Да кто я такой? Нет, я говорю... Человечество вам... само может дать себе шанс. Человечество основано на человеках. На человеках. Будьте сильны и думайте, мыслите. Элай, можно задать вам один вопрос? Что вы думаете по поводу религиозных эгрегоров? Это просто. Пожалуйста. Вы находите душу человека и чистите ее от интерферентов. Так? Это так? Безусловно. А теперь Боже... мыслите шире. Мыслите глобально. Эгрегоры, расы, национальности, вероисповедания – это те же интерференты, которые приходят на какой-то объект, чтобы расчленять его и питаться энергиями. Ты так понимаешь мое сравнение? Я не только понимаю, я даже знаю, что в наших храмах присутствуют и очень себя уютно чувствуют все демонические структуры, как и космические, которые воруют от этого эгрегора, заправляя себя этими энергиями. Я понимаю вас, о чем вы говорите. Я просто хотел услышать от ангела, как он правильно, вернее, как он объяснит этот феномен эгрегора. И мы знаем, что отцу эгрегоры не нужны для того, чтобы достучаться до него и пообщаться с ним, и задать ему свои вопросы. Я уже сказал, что энергии были зажаты, расчленены и поделены. Это и есть энергии, которые поделили эгрегоры и несут его к себе. Элла, в копилку. Как давно этот феномен существует? Это около 2000 лет, как я себе предполагаю. До этого же были тоже какие-то... Какой феномен? Феномен эгрегора, когда нас разделили и так далее. Или это более ранний какой-то период, когда это произошло? Ведь раньше на Земле такого же не было. Наши энергии зажали. Разные времена были у человечества. Понятно. Когда были тот, кто пытался поработить душу и завладеть энергиями. Ну и находились те, кто был в состоянии им противостоять, да? Человеческая душа – это и есть противостояние. Все понятно. Я чувствую себя просто от этой информации подтвержденным. Мне очень приятно было получить эту информацию. Если вы позволите, мы поделимся этой информацией на Земле с другими людьми, для того, чтобы они задумались. Другими человеками.
Человек, объясните. Люди могут не понять этого. Мы не первый раз встречаемся с понятием «человеки» и «люди». Мы знаем, нам объясняли, что на Земле существуют и живут не только души, но и из других цивилизаций, которых, скорее всего, и называют «люди», правильно? Нет. Объясните, пожалуйста. Вы можете назвать их биороботы. Биороботы, которые созданы в образе человека. Но им чуждо понятие совести, понятие души, сострадания и милосердия. Они присутствуют в большом количестве. Каждый из них запрограммирован на определенное действие. Когда приходит время, в их голове срабатывает маячок, и они выполняют это действие. Особенно сейчас очень много активировано на злость, ненависть, зависть. Мне все понятно. Уважаемый Лай, я ни в коей мере не хотел вас задерживать и отвлекать от вашего занятия. Я надеюсь, мы не доставили вам слишком много, не отняли у вас много времени. Времени? Ну, у нас... Я понимаю ваш скептицизм, конечно. Мы находимся в месте, где нет времени. Я был рад разделить с вами эту секунду. А я хотел со своей стороны поблагодарить вас за эту информацию, которую вы нам дали. Если вы позволите, у нас есть такая добрая традиция, всегда мы с кем... Вы жили на Земле, и нам бы хотелось вам сделать подарок Земли. Вы не будете возражать? Смотря какой подарок. Сейчас покажу. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем уважаемого Элая, будет ли ему этот подарок по душе? Великолепный подарок. Благодарим вас. У меня есть чем заняться, рассматривая эти плоды и вспоминая, что у меня связано с каждым из них. Добавьте, пожалуйста, яблок к этому. И добавляем... Прекрасному натюрморту. И добавляем еще 3 сорта самых вкусных, спелых, сочных яблок, которые есть на Земле. 1, 2, 3. 3 сорта. Интересные воспоминания нахлынули вместе с запахом. Благодарю вас за эту ностальгию. Мне было очень приятно общаться. Взаимно, уважаемая Лая. С ангелами Земли. Благодарим вас. Мы будем сюда подниматься, возможно, когда-нибудь встретимся, поэтому я не говорю «прощайте». Я говорю вам «до скорых встреч». Счастливого пути и доброго бытия вам. Благодарим вас. И, Верочка, поднимаемся на веранду. Рассинхронизируйся. Мы здесь. Посылаем Аргу нашу искреннюю энергию любви и благодарности этому замечательному месту. Отключаемся от него и возвращаемся назад по нашей дорожке в комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте.